Сегодня днем в Тюменском районе произошел пожар на базе отдыха «Боровое». На кадрах, которыми делились очевидцы в социальных сетях, постройка охвачена огнем. Выяснилось, что горело одноэтажное здание проката инвентаря и кафе. К моменту прибытия спасателей помещение охватило огнем полностью. Началось сгорание с крыши, мы издалека видели, подошли поближе, дым все больше усиливался, конь сильный был, да, потому что деревья тоже начали гореть потом в процессе. Все сначала с горок побежали сюда смотреть, что такое произошло, дым, потому что там даже виднелся. Потом все подошли поближе, нас просили отойти немножко. Как нам пояснили в пресс-службе регионального управления МЧС, на месте работали 12 единиц техники и 30 человек личного состава. Тушение подавалось 7 стволов, 2 машины устанавливались на естественный водоисточник. Пожар локализован. Во время пожара, к счастью, никто не пострадал. Причину возгорания теперь предстоит выяснять специалистам.